Пэт? Привет. В чем дело? Его выпустили? Так суд постановил. А что сказали врачи? Можно взять интервью для школьного доклада? Нет. Я в полном порядке. Чувствую мотивацию и полное отсутствие агрессии. Целую книгу ты переживаешь за чувака, который выжил на войне и хочет быть с любимой. На часах 4 утра, Пэт. Я не собираюсь извиняться. Точнее, извинюсь от имени Эрнеста Хемингуэя. Он во всем виноват. Вот пусть этот Хемингуэй сам перезвонит и извинится. Пэт, тебе нужен план. Я ненавижу свое заболевание и хочу его контролировать. Надеюсь, ты не против, я пригласил кое-кого. Тиффани и Томми? Только Тиффани. А что случилось с Томми? Погиб. Как погиб? Не спрашивай об этом. Привет, Тиффани. Это Пэт. Классно выглядишь. Спасибо. Как погиб Томми? Ты на чем сидел? Я принимал литий и сироквин. А я на Зенаксе. Хлорпромазин? Святое дело. О, да, аж без него. Как я, пожалуй, пойду. Ты меня проводишь или где? Ты не умеешь общаться. У тебя проблема с коммуникацией. Это у меня проблема? Да ты больше херни говоришь, чем по делу. Док, она чокнутая. Ты что творишь? Она выследила меня и преследовала. Бегай в другом месте. Успокойся, псих. Может, ей нужен друг? Хочешь поужинать в этой забегаловке? Заезжай в 7:30. Ну чё, как работа? Да вот, сегодня уволили. Это за что? За то, что я перетрахала весь офис. Всех? Всех? У меня была депрессия после смерти Томми. Не будем об этом. Спасибо. И сколько их было? Она сама не своя. Ты там осторожнее. Она лечится. Я тоже лечусь, и что, я сам не свой? Мне нужен план, понимаешь? Мне тоже. Я занимаюсь танцами, и там нужен партнер. Ну, танцевать с тобой я точно не буду. Это о ней ты писал? Ты обо мне писал? Она клевая. Друг на букву «Д». На выдающуюся букву «Д». Ты чё такой бодрый? Я счастлив. Я прекрасно себя чувствую, и она тоже. Ведь это прекрасно. Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро и Крис Такер. Не важно, что говоришь. Не важно, что говорит я, что говорят все. Если ты упустишь такой момент, это непростительно. Вот во что верю я. Нужно делать все, что в твоих силах, чтобы ухватить этот лучик надежды. Сборник лучиков надежды.